Знаете, что за флаг у вас? Нет. А зачем вешать? Для красоты. Чего? Для красоты! Так выглядит оно убого. Зачем? Какая там красота? Пускай. Пускай. Ну, вы смешные, конечно. А хоть и цвета флага знаете, да, что обозначает? Да? Натуре? Знаете, что обозначает цвета? Как к русским относишься? Каким? Как? Не, там есть разные. Есть путинисты, а есть те, что против Путина. Кто живет в России? Как к ним относишься? Кто живет в России? Разные люди живут в России. Вот под этим флагом ходят, если что. Как думаете, как будут относиться? Русские. Посмотрите русские марши там, в Ютубе. Окей. Окей. Конечно, договорились, отлично. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та. А что там, второй куплет гимна, помните? России. Молодцы, знаете, две правильно считают. Та и А, ну так. Не-не-не, второй куплет гимна, помнишь, товарищ? Да, это. Что? Второй куплет гимна России, помнишь? Нет. Красава. Как истинный патриот России. Истинный, прямо исконный, знаешь, русич. Вот не знает, собственно, гимна. Но флаг зато цвета хоть знает, что означает, да? Ну, типа, верхний белый, посредине синий, а снизу красный. Да, не вот это обозначает, да. Да. Ну, сюда. Не понял, это сюда. Что там вид цвета флага обозначает? Классика. Будет ли там мандарин по апельсину? Не знаю, что там. А что там цвета обозначают? Помнишь на флаге? Да, я знаю. Действительно. На лобби есть, а вот что оно обозначает? Ну, в смысле, я знаю, ты что? Ну, просвети. Просвети. Просвети? Ну, ты знаешь? Поэтому мне там вопросы задаем. Ну, по твоей предыдущей... Слушай, а можешь сказать, сколько будет 8 на 9? Много. А 2 плюс 2 умножить на 2? Да. Да, оно видно, я знаю, ты все знаешь вот прям на свете, просто не хочешь говорить. Вот видишь, вот твой флаг, смотри, вот твой флаг, это РОА, Русская Освободительная Армия, видишь? Вот, Власов, вот это тебе нужно помнить, учи историю, не позорься. У вас классная прическа. Да, такая в цветах, вот видите, в цветах. Упа. Добрый вечер. Здорово. Покрыли. Откуда будете? Белое. Дай клаву. Сейчас. Дал клаву сюда. Молодец. Знаете, что за человек такая? Что-то не очень видно. Петр Первый. Да. О, красава. Что сегодня за день такой, связанный с этим? Сегодня вообще день друзей. Я больше не знаю, за какой день вообще. Да нет. Сегодня днюха в этого Петрушки. Вот хотел... Я просто не расслышал. Да говорю, вот смотрите, вот это подпись Ивана Мазепы, а вот Петр. Видите, какая мощная подпись. Во. Сейчас. Как думаете, о чем это говорит вообще? Во. Не знаю. Вот такая подпись, о чем говорит? Засвечивает, ладно. Ну так что? Понятно. Ну вы вообще, Петр, там в школе учили, не? Ну конечно. Что он такого сделал? Классного? Опасного? Классного. Ну... Что? Окно в Европу провожу.
К ноевым. Каким образом? Непонятно. До сих пор никто в Европу им окно не положил. Привет. Привет. Как дела? Да так, что-то. Повеселило, твоя футболка меня повеселила. А чё мне не так? Ну, она, блядь, единственная, которая чистая была, а мне всё постирано. И то не твоя, наверное. Ну да, это мне подруга дала её, у неё просто много таких. А, у неё много таких. Она что, служит или что? У неё парень служит. А, парень служит, понял. Короче, это футболка парня твоей подруги. Да. Ну, вообще гениально, просто невероятно. А я думал, ты там за армию, за эту, за Россию, за армию и все такое. Я думаю, блин. Ну, это вообще зашквардос бы был. А, ты за армию или что? Так мне вообще пофиг. Ну, почему зашквар? Обычная футболка. Чего я не могу носить? Футболку? Ну, зашквар, понимаешь, зашквар в том, что футболка нет. Ты футболку можешь носить. Пожалуйста, носи на здоровье. Тут вопрос в том, что были, знаешь, Вторая мировая, знаешь, такая вещь есть? Вторая мировая война. Там, и там были злые немцы. Ну как, День Победы, 9 мая. Не? Не понимать, да? Ну, были злые немцы. Поверь на слово тогда, были злые немцы. Которые много людей... тоже и русских тоже. И вот тоже там такие были барышни, которые носили футболки своих солдат немецких в Берлине, там, в Мюнхене. Такие девушки были. И вот потом эти девушки потом платили репарации до конца жизни. Вот, потому что Германия понесла поражение, и за свои преступления она отдавала это все вот таким образом. И не только таким, многими образом. Вот представь, что... Да, представь, что вот ты так в футболке такой сидишь, а потом хоп, и в будущем что-то такое может случиться. Ну, не дай бог же. Правда? Честно, я не поняла, ну да ладно. Короче, Россия, страна-террорист, которая ведет захватническую войну, и поддержка ее армии, это называется поддержка... Тебе известны эти термины? Ну, вообще хорошо. Вообще хорошо, что тебе это все неизвестно. Это просто прекрасно. Да. Идеально же. Да, это просто шикардос. Ну, я просто предупредил, а ты там как хочешь. Предупредил, как будто сейчас, блядь, убьют. Спасибо. Ну, ладно. Что-что? А? Что? Что? Ну, я не понял, что там сказала, я не услышал. Так я ничего не говорила. Ясно, ясно. А у тебя... Похож на моего соседа. Колю, он такой же, так же разговаривает. Ты слушаешь, Николай? Да, я именно твой сосед, ты меня просто забыла. Мы вчера виделись, я тебе воду подносил. Воды? Ну, баклажки ты там с магазина несла, я тебе помог поднести. Я вчера не ходила в магазин. Блин, даже забыла, что ходила в магазин. Ну, что ты будешь делать? Ну, что, я как... Я не сижу. Так, ну как же, Николай фигни не скажет вот так. Вот. Да. Интересно, жив ему что или нет? Вот интересно. Он меня... Я перед тобой, о чем ты? О чем ты? Я перед тобой, о чем ты? Я жив. Со мной все хорошо, не переживай. Видишь, что-то не пошло, да? Троллинг не пошел, малешка. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть вопрос к вам. Давай. Скажите, пожалуйста, вы смотрели вот этот фильм? Нет. Жаль. А как думаете, про что? Ну, судя по твоему виду, наверное, что-то против России. Да нет, там Россия в главных ролях в этом фильме. Все ясно. Здорово. Историю хочешь рассказать свою фейковую, бестолковую? Не прошло секунды, как москвит уже начинает плакать. Ты мне лучше расскажи мне за Локотскую республику. Я думаю, тебе известно это название или нет?
Мне известно то, что я не москвит. Ну что, Локотская республика, что это такое, расскажи. Я не москвит, ты слышишь? Локотская республика, что такое, расскажи. У нас с тобой нету связи. Локотская республика, скажи, что такое? Что такое будет Локотская республика? Вот видишь, какая красота. Вот, вот такая вот вещь, смотри. Вот твое родимое, видишь? Крестики, нолики, вот какие-то здесь. Вот, вот эти самые, видишь? Вот эти самые, видишь? Вот. Это вам пример типичного подписчика российского блогера, который не может сказать двух слов связать, который не выводит ни одного диалога с самого своего начала. Про Локотскую республику не знает, а зря. Деды воевали, в Пскове маршировали, в 43-м году шли, под немцами очень красиво. Просто прекраснейшая вещь. Ну, хорошо. А что ты этим хочешь сказать? Я хочу сказать, что наследник НКВД выглядит всегда одинаково. А, наследник НКВД, понятно. Да. А так как что как такое Локотская это... республика, расскажи мне, пожалуйста. Но ты даже понятия не имеешь, кто твои деды были по родству, я так понимаю. Понимаю. Я кто? Знаю, как их кто? Звали, я знаю, какие у них были фамилии. По национальности кто они были? Они русскими были. А русскими? Да. С какого края? Кстати, с Украины. А, да, все. Чтобы русский не соврал, такого секунды не пройдет. Типичный наследник НКВДшника, сразу заметно. На каждом шагу никакой ни совести, ни стыда, вранье, вообще ничего. Знаешь, украинца, понимаешь, украинец, украинец. Вот ты встречаешь украинца, там разговор вообще по-другому идет. Земля железобетона в аду. Леди? Это Russian ladies? Да что-то у вас там леди, у вас что-то там звук вообще прямо, ну... Даже китайского микрофона нет. Ё-моё, вы чё? Ты шо, гадаешь? А ты шо, русская леди? А? Видите, как аж подруга засмеялась. От русской леди. Подруга, да. Ну. А ты что, гадаешь? Да, могу погадать вам. Могу ваше будущее предсказать на ближайший год. Скажи нам будущее. У меня только парочка вопросов будет, а дальше можем, можем рассказать. Ты можешь нормально сказать по-русски? Давай, давай, по-русски. Муж воюет на СВО? СВО. Так ты ж гадаешь, ты должен... Так я сейчас погадаю, если узнаю ответ. Русский, на, читай, ваш муж на СВУ. Не, он трус. Он трус, мой муж трус, он не пойдет этот, на СВУ. Тогда, тогда, в ближайший год вы не получите возвращение 7 миллионов рублей компенсации и не сможете жить на широкую ногу. Видите? Я же говорю, что погадаю. А что у тебя за прикид такой? Да знаете, наш же, родимый, национальный. А ты откуда вы? Ну как это? Ну, как с Полтавы. С Полтавы. Известный город. Что, Западенщина или не Западенщина? Да, там вообще, короче, аж под, где-то под Румынией, поняли? Далеко. Далеко. Очень. О, очень. Слышишь, у нас как весело в Белгороде? Весь, да, у вас там ну, дискотека каждый вечер бежит. Так мы ж... Вы? Хорошая шутка, знаете. Дома что-то только в Белгороде, непонятно как-то. Понятно как-то. Хорошая труба работает. Труба? Труба. В смысле, какая труба работает? Работает. Не скажу тебе название. Не а скажу. Ты говори как... Ну, труба какая, понятно. А что там, типа, труба работает и дома... Что это? Я такая, ну ладно. Труба работает. Ух. О. Тоже труба работает. Один твій лайк – це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в Телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу, використаного у відео.
Слава Украине!